сделавший обет Турецкому Асфальту, добро пожаловать. Уважаемые гости, позвольте поприветствовать вас от имени Народного собрания парламента Республики Абхазия, от себя лично. Для нас очень важно развивать и укреплять контакты с представителями парламентского собрания Союза Беларуси и России. И благодарим вас за проявленную вами инициативу сегодняшней встречи. Я думаю, сегодняшняя встреча первая в своем роде, да, и она будет полезна для обеих сторон. Насколько вам известно, в марте текущего года в Республике Абхазия состоялись парламентские выборы. Парламент начал свою работу в апреле месяце. В рамках парламента было сформировано 9 профильных комитетов, в их числе комитет по культуре, делам молодежи и спорту, на площадке которого сегодня, собственно, и проходит сегодняшняя встреча. Так как вы, уважаемые коллеги, представляете соответствующую профильную комиссию Союза Беларуси и России, то я думаю, что у нас будет много тем сегодня для совместного обсуждения. Более того, я хотел бы, чтобы мы не ограничивались темами обсуждения в рамках комитета, а затронули и другие интересующие обе стороны вопросы. Также хотелось бы подчеркнуть, что абхазо-российские межпарламентские отношения складываются на протяжении всего времени после распада СССР. И мы очень дорожим связями абхазских коллег с нашими российскими коллегами. Подтверждением этому служит и последний официальный визит абхазской делегации по приглашению господина Володина в Российскую Федерацию. Планируется ответный визит Государственной Думы Республики Абхазия. Что касается отношений с парламентским собранием Союза Беларуси и России, нас связывает отношения, которые в октябре 2023 года, которым исполнится 15 лет, с 2008 года. Как вам известно, на заседании сессии в октябре 2008 года в Москве в ответ на обращение парламента Республики Абхазии, парламента Южной Осетии, было принято решение о предоставлении парламентам наших республик статуса постоянных наблюдателей в рамках соответствующего объединения. Мы всегда будем благодарны руководству парламентского собрания и его депутатам за поддержку. Для нас это было очень важное решение. Уважаемый Сергей Георгиевич, отдельно, пользуясь случаем, хочу выразить вам лично особую благодарность за помощь во взаимодействии по всем этим вопросам. Помощь абхазским коллегам, югоосетинским коллегам, коллегам из Белоруссии и коллегам, конечно же, коллегам из Российской Федерации. Низкий вам поклон за это. Мы знаем, что вы всегда болеете и душой выступаете за здоровое взаимодействие. Спасибо вам. Абхазия ценит, Абхазия знает ваш вклад в это общение и сотрудничество. Касаясь отношений с парламентом Республики Беларусь, я хотим подчеркнуть, что наш настрой всегда был и будет оптимистичным для развития двусторонних отношений. И эти контакты начинают нарастать. Депутаты 6-го созыва ездили и устанавливали определенные контакты со своими коллегами из Беларуси. И, конечно, мы не можем не сказать о последнем визите господина Лукашенко в Республику Абхазия. Для нас это очень важный сигнал. Мы эту информацию и народ Абхазии воспринимаем абсолютно позитивно и уверены, что этот визит и ваш сегодняшний визит даст новый импульс нашим взаимоотношениям. От имени депутатов Народного собрания парламента республики хочу подтвердить нашу готовность к активизации отношений с парламентским собранием Союза Беларуси и России в интересах народов наших стран.